Всем привет, с вами Музей роботов-трансформеров, и сегодня у нас на обзоре достаточно раритетная модель. Это у нас персонаж Blast Off и модель родом из 2012 года. Образ взят из компьютерной игры «Падение Кибертрона». Такое вот необычное цветовое решение, фиолетовый кибертронский шаттл. Да, можно посмотреть. По сути, это у нас является четырехрежимным трансформером, и со временем мы сейчас покажем все его режимы. Во-первых, начнем с простого. Почему с простого? Потому что меньше всего надо будет что-либо сделать. Мы делаем вот так, и это у нас получается возможный режим ноги гештальта Брутикуса. Да, ну, по ору Blast Off не является ногой, он является правой рукой, но этот режим реализован, и его можно воплотить в этой модели. Вот что касается ноги. Потом за руку возьмемся. Ноги расходятся, здесь вот есть зацепы, аккуратно выводим. Далее руки в сторону. Здесь вот они входят в паз и вместе соединены. Дальше выводим сюда. Опускаем ноги. Вот так вот. Правильнее будет вот так повернуть. Дальше здесь будет перед, поэтому поворачиваем сюда. Затем открываем вот эту часть. Не хочет открываться. И соединяем тело. Закрываем эту часть. Заводим вот сюда. Стыкуем руки. Выводим кисти из плечевых суставов. И также с правой рукой. Blast Off в виде робота готов. Орудие у него можно реализовать, ставив вот таким образом, что будет смотреться достаточно неплохо, либо взяв их в руки. Так, думаю, посимпатичней. Давайте посмотрим его поближе. Серебристый цвет просто великолепно смотрится на фиолетовом. Хорошо проработанная голова. Такой красиво подобранный желтый. Прямо смотрится. Как будто энергон. Музею повезло. Этот персонаж. Практически все выпуски того периода этого персонажа есть в нашем музее. Было отдельное издание, где вся команда Брутикуса была издана вместе с Гримоком. Вот этой версии нет. Но она максимально похожа на свою версию от эксклюзивного издания выставки игрушек 2012 года. Хорошо, давайте попробуем реализовать режим руки. Надеюсь, я не забыл, как это делается. Все-таки давно этот персонаж не попадал мне в руки. Так, для начала мы слегка его складываем в обратной последовательности. Его лучше так спрятать.
не комментирую, максимально сосредоточен. Так. Здесь надо соседа вернуть. Они таким образом создают чуть. Странно. Или я что-то путаю? Вот же, вы же должны так соединиться. А почему не соединяетесь? Так, ну вот, да. Так делаем, соединяем и получаем такое вот отображение правой руки девастатора. Со временем мы покажем его в собранном виде. А на сегодня, в принципе, обзор можно завершать. Приглашаем всех в музей роботов-трансформеров. Подписывайтесь к нам на канал. Поставьте лайк. Если у вас есть возможность, станьте спонсором музея. Сейчас такое время достаточно сложное, и без дополнительной помощи музей очень сложно продолжать существовать. Всем до скорых встреч!